людей, дорогие друзья! Сегодня по всей стране, начиная с полуострова Камчатка, стартовала акция «Культурная суббота». И мы, жители Республики Адыгея, продолжаем эту замечательную эстафету череды мероприятий и дарим вам концертную программу «На волнах хорошего настроения». Что больше всего радует и вызывает улыбки у большинства взрослых? Ну-ка скажите, как вы думаете, что? Правильно, конечно же, детское творчество. Встречаем аплодисментами Анечку Горюнову с песней «Не малышка». Я уже не малышка. Солнце, солнце,
сказке, ты один на свете. Я верю в сказки, может, показалось, а может, это первая любовь. Пора лу-ла-лу-ла-лу, солнце, солнце светит, как апельсинка где-то на планете. И половинка, может, ее встречу, и это настоящая любовь. Вы знаете, каждый раз удивляюсь, как нашим замечательным крутышам удается быть на пике успеха и выглядеть так круто. На сцене воспитанники образцового танцевального ансамбля «Каблучок». Встречаем аплодисментами. Конечно, в городе есть масса развлечений, но поверьте, есть ребята, которые утверждают: «Хочу в деревню». Встречаем аплодисментами солистку образцовой эстрадной студии «Жемчужинка» Александру Аман. Все цветет вокруг, сады, поля, деревья.
Что может быть более ценно, чем время? Именно так называется следующий танец в исполнении участниц образцового танцевального ансамбля «Каблучок». Встречаем! Аплодисментами солистку образцовой эстрадной студии «Акварель» Ариночку Бахтоярову.
На наших волнах хорошего настроения появляются настоящие матросы, которые с помощью всего лишь 7 нот поднимают наше настроение на небывалую высоту. Ваши аплодисменты ребятам из образцовой эстрадной студии «Жемчужинка». Любит петь. Ну, конечно же, все. Пой с нами. Приглашают вас спеть вместе с ними Арина Бахтаярова и Анечка Горинова.
нет ничего более завораживающего и настолько же сложного, как цирковое искусство. Вашему вниманию выступление младшей группы «Карусель» народной цирковой студии «Ритм», которой руководит заслуженный работник культуры Республики Адыгея Роман Альбертович Мельхер. Итак, готовность номер один. Младшая группа «Карусель» народная цирковая студия «Ритм». Ребята, а сейчас, дорогие друзья, вас покорят своим восточным и загадочным номером. Ребята из цирковой студии «Ритм». Итак, для вас великолепный номер под названием «Сулейман». We'll be right back.
воздушные гимнастки в кольце. Косинова Ирина и Дарья Савченко. Выстрел в исполнении Любови Герусовой и Софьи Сальниковой. Thank you.
настоящие артисты цирка. Как хорошо, когда человек идет по жизни, опираясь на то, что никогда не изменит. Это талант и бесконечное стремление к его совершенствованию. И мы желаем всем нашим самодеятельным артистам стать настоящими виртуозами. А сейчас вам дарит свое творчество заведующий нашего очага культуры Александр Илюхин. Снится тишина, на чеку снится тишина. Мне снится тишина. Тишина, и на черкесском тишина, и над Майкопом тишина. В Моздоке. Тишина в чистом Беслане и в Назране. Тишина, тишина на Ставрополе. Тишина в диком раздолье и в Ростове. Тишина.
нам был полубог, а взрослым пьяницей стригся я под полубокс и девчонкам нравился. А жизнь она идет, идет, в ней столько тонкостей, а кто-то ручку повернет, станет больше громкости. Как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Никого не пил воды, на себе испытывал, оттого и никого я не перевоспитывал. И листочек по весне скатывал до катышка, и ночами снилась мне Родина ты, матушка. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. В лесу перепела, пели словно пьяные, и весна переплела веточки с тюльпанами. А что еще там впереди? Ветры будут хвастаться, по дороге кочинки под ногами ластятся. Как вечерочек, как вечерок, а там пластиночка поет, виниловая. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Как вечерочек, как вечерок, а рядом милая, а там пластиночка поет, виниловая. Наслаждение дарит нам инструментальная музыка. Вашему вниманию композиция «Струны осени» в исполнении Александра Илюхина.
музыкальная программа завершилась. Но культурная суббота продолжается. И вы можете посетить наш кинозал «Плаза Синема». Хорошего вам настроения!